Всем привет, дорогие мои! Наконец-то наступила моя любимая зима. Мне интересно, как начинается ваше утро? Утро, допустим, живущих в деревне, если идет снег, начинается вот так. Вот я уже почистила ступеньки и пытаюсь тут уже пробиваюсь. Курятнику мне нужно пройти. Делаю я это все время вот так, чтобы, дабы не утаптывать снег. Он такой легкий, пушистый. Вот, поставила я варить курочкам и кошкам. Вон они сидят, уже ждут своего завтрака. Да. Но сейчас прочищу дорожки. Да, потому что если я пройду сразу по этому снегу, то мне потом чистить будет тяжелее. Так что вот такое у нас утро в деревне. Ой, а здесь столько маленьких лапок. Тут прям вообще народ носился. Ага. Прямо уже утоптали тут хорошо, молодцы. Вот. Сейчас иду сначала до курочек. Ой, надо их выпустить, чтобы они тоже свои крылышки поразмяли. Ой, песочку поели. У меня там у них песок насыпан обязательно. Ой, вот это я почищу. Ой, сколько у нас тут следов. Одной, видите, рукой чищу, а потом ногой помогаю и вот так вот откидываю. Вот такие у меня инновации. Или технологии. Ого. Тут прям у нас курятник под охраной. Прямо отлично все. Все отлично у нас здесь все. Охрана хорошая, кошачья. Тропу почистила. Ой, забыла свет включить. Сейчас обратно пойду еще рядом почищу. Так. А потом уже чуть попозже я им всем кашу принесу. Про свой завтрак даже еще и не думала. Сейчас включим свет. Откроем. Откроем. Ой. Да, вот. Первая пошла. Так, ну для начала надо открыть. О, Чифуль, ты тут. Доброе утречко. Да, ты проснулся? Мальчик мой, ты проснулся? Да. Ну, конечно, проснулся. Все. О, сейчас девчонок будет к порядку призывать. Так. Кормушку вынесли. Да ты моя зая. Да. Разговорчивый ты мой. Да. Сейчас у меня вот здесь вот еще водичка стоит. Чтоб все тепленько было. Чтоб ничего у них не замерзало. Да. Ну ладно. Разминайте крылышки. Свет я вам здесь потушу. Вот. Тепло у меня. Вот, хотела вам сказать. Вон, видите, на стене вот такой мат у меня. И он постоянно включен. Поэтому у них здесь тепло. Вот. Выключила свет. Все. Яички. Если кому-то нужно будет снести, зайдут вот в эту дырочку. И в клеточках меня оставят. Вот. Ну, ждите, сейчас принесу кашу. Кашу сейчас принесу. Ее еще остудить нужно. А, я там вчера им насобирала. У меня в кастрюльке много всего. Салатик делала. Такой оливье. И у меня там и очистки.
И немножко салатика осталось. Сейчас я им принесу. Ой, да и кошкам есть что дать. Запел. Тихулька моя. Вот. Видите, какая красота. Вот с чего начинается утро. У меня теперь еще за сдачи со звездочкой. Мне теперь еще нужно до кошек чистить. Чтобы не ходить по снегу. Моя зайка, ты голодная. Сейчас я принесу. Сейчас я дочищу все. Сейчас я принесу. Беленький мой. Я его уже позвала, бельчонок. Вот. Вон еще один кто-то там выглядывает. Ты куда кушать-то принесешь? Че она тут снег-то чистит? Ну, сейчас я тут быстро-быстро вам почищу. Чтобы хоть дойти до вас, наверное. Ой. Так. А вот в ту дырочку, приходят еще кошки другие. Здесь тоже прям тропа утоптанная. В общем, у нас вот такое нескучное деревенское утро. Конечно, живя в городе, нельзя почувствовать прелестей. Потому что, ну что там кошки, видите? Ну чего? Стали. Ты моя зоя сидит, ждет. А вон еще сидит один бельчонок. Да, а я тут басни рассказываю. Ладно, потом дочищу. Да, чего вы там в городе видите? Встали, поели, в лучшем случае в магазин куда-то сходили. У вас как-то все скучненько, однообразно. А у нас здесь работать нужно. Да. Поэтому мы тут у нас всегда есть чем развлекаться. А снежок идет и идет. Хорошо. Красота. Вот рассказала вам про свое нескучное утро. Немножко вы со мной погуляли. Ну что, дорогие мои, пойду я, у меня куры ждут, что-нибудь вкусненького, и кошки тоже голодные. Пойду я их покормлю, и нужно что-то на завтрак делать. Все, всех целую, обнимаю. А пока-пока. Ну и вот чем я буду кормить сейчас кошек. У меня вчера я себе макароны варила, немного положила кошкам макарон. Еще вчера себе тушенку вкусную открывала. Вот оставила им немного тушенки. И добавила чуть-чуть тушенки. И половничек. Вот кашку варила. Горячей прям каши. Только выключила. Ну а курочкам пока вот такую кастрюльку у меня тут большая. Здесь у меня и смородина из компота, из моего. И чуть-чуть салатика, и груша у меня тут какая-то такая странная. Ну, в общем, есть тут им чем развлекаться. Ну вот, сейчас понесу кормить. И вот народ уже завтракает. Там все тепленькое. Ну, кушайте. Приятного аппетита вам. Ну и вот. И курочкам тоже насыпаю. Вот, туда насыплю сейчас. Здесь везде насыплю. Вот. Ой. Рукой, конечно, тяжело это делать. И вот и курочки мои едят. Всем приятного аппетита. Вот такая у меня жизнь веселая.